Казалось бы, что у больного уже нет шансов на спасение, грубо говоря. Но Виктор Иванович своим талантом, знаниями, умениями все, в общем-то, ситуацию управлял. Для меня он был всегда просто папой, и врачом я его узнал только здесь. Никаких врачебных тем дома не было. И по хирургии, и по жизни, и по всему. Ну, мы стараемся как-то в кучу быть.